Короче, вот она коробочка. Близко. Опа. Вот она открывается. Единственное, мне не нравятся вот эти вот штуки. Мне бы, наоборот, хотелось, чтобы она была жесткая такая вот. Здесь вот такая. Можно, конечно, приклеить. Здесь она не приклеена. Вот тут. А, ну может она как складывается, наверное. Короче, буду туда складывать свою косметику. Батюшки. А вот сфокусировалась. Вот. Всякие там свои кисточки. А коробочку на самом деле хотела купить специальную для косметики. Но она никуда у меня не влазит. Поэтому хочу что-нибудь такое. И вот они конфетки. Я уже тут половину съела. Была, кстати, белочка. Она не грильяж, она просто белочка такая. С мелкими орехами, может быть. И там я вам показывала обзор. Мишка. Я не назвала правильно. Мишка на... Да, на севере. Я думала, это Б. Думаю, что там в Сибири? Думаю, что такое Сибирь? Сибирь. Мишка на севере. Вот они как раз дорогие. Ну, я попробовала. Такая, знаете, как молотая вафелька. Вот. Вот яблоко, что ли, что-то непонятное. А, короче, у меня компьютер завис. У меня компьютер ломается. Завтра его повезут. Женька повезет в мастерскую. Будут его ремонтировать. Ну, такие конфетки, короче. Вот, вот грильяж. Я такую не ем, отдам ее маме. Это все зубы растеряю так. Вот. Вот. Тут у нас вот тоже всякие лежат занятия. Я, короче, занятия, которые я карточки покупала, на них делала обзор, он там где-то рядом выйдет. Я их, короче, расформировала. Вот это вот легкие задания. То есть вот с Димой мы будем заниматься. Наверное, по каждой карточке я положу в папку. Здесь у меня лежит папка с занятиями на каждый день я расформировала. Вот так вот. То есть тут вот лампа, а за ней карточка со словом. Написано лампа. То есть буквы сразу учим, целое слово учим. И здесь вот тоже карточки. Здесь вот журнальчик. Опять мне не нравится, опять неудобно. Там еще, кстати, есть маленький вот журнальчик. Тут опять такое же слово. Вот они, вот такие вот карточки. Вот тут тоже с карточками. А, эти карточки вот как раз для этой книжки. Потому что в этой книжке как раз есть маленькие картинки, вот типа как трава. То есть показываешь картинку, потом произносишь слово трава. Потом пальчиком ему вводишь ТРАВА. И с ним читаешь. Это тоже куда-то я забыла, где я видела цветы. Мы с ним изучали на неделе. Я забыла, в какой книжке я видела. Потом доложу. Так, это вот тоже. То есть вот так у меня по дням. И вот они, эти карточки. И вот эти карточки. То есть те занятия у нас будут с утра, наверное, если мы будем успевать. А вот эти вечером. Здесь как раз вот животные, птицы. Птицы. И вот тут еще маленькие домашние животные, если он не устанет. Здесь тоже домашние животные на следующий день. Морская свинка. В тех маленьких карточках она тоже есть. Он должен будет вспомнить. Вот, здесь еще какие-то маленькие вот есть карточки. Там буквы какой-то, там чего-то, остатки. Грач, птицы. То есть, ну, где-то я по 7-10 штук их сделала, чтобы он не уставал. Сразу много, тоже тяжело. Здесь вот тоже какие-то карточки. Короче, вот так вот. Здесь животные. Здесь птицы такие вот, которые реально можно увидеть. Кстати, у нас в Самаре я в детстве видела снегиря. Я помню, как бабуля мне сказала, смотри, это снегирь, у него красная грудка. Он сидел тоже как раз на рябинке. И вот, кстати, после этого уже много-много лет я больше не видела у нас. А потом я узнала, что якобы в нашей полосе они вообще не прилетают. А я тогда думаю, а кто же это был? Залетный снегирь. Вот. Тут тоже вот лесные животные. Тут немножечко еда. Жалко, что не было таких карт. Хотя, не знаю, может быть, они и были.
Ну, короче, хочу такие карточки с одеждой, потому что сама рисовать это очень долго. Будет, наверное, проще купить, и это будет красивее. Такие большие карточки одежды, чтобы было также написано. Еда какая-нибудь такая основная. И также написано, потому что я буду делать это очень долго. А, ну вот, и все. И вот как раз вот она серединка, то есть она закончилась. Тут я с этой стороны планирую делать какие-нибудь задания легкие, самодельные, более простые. Вот, ну и вот эти тоже вложить. Тут как раз вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, 7 штук как раз. Их вложить и с ними тоже заниматься. Да, еще, кстати, купила вот такие штучки в Читай-городе. Они там сухие, не мокрые. Кстати, классно, такая вот большими баночками. Она всего там 200... Сколько? 205 рублей стоит. А есть еще тоже так же за 200 рублей. Там цветов... Здесь 6, там 12, 10-12 цветов. Но они прям малюсенькие. Они где-то вот такие вот маленькие-маленькие. С такой с пробочкой какой-то. Ну, там прям вообще мизер. Вот мне нужна была именно золотая. Серебристая, вот на зиму как раз. Такое вот что-то. Здесь вот какие-то покрупнее. Ну, на них обзор, конечно, я делать не буду, потому что не хочу сейчас пока их распаковывать. Они нам даже, наверное, не знаю, как в каком году пригодятся, поэтому пускай пока будут. Так, тут у нас, кстати, яйца. Сейчас мы с Димочкой будем делать салат. Дима сейчас будет чистить у нас яички. Ну, не сейчас, может быть, попозже. Сейчас его будить пойду. Творожок вот такой он кушает. Тут у меня вот рис. А вот тут, кстати, начищенные эти косточки граната. Да, сейчас у меня наполник поест творожок. А на ужин, наверное, скорее всего, мы будем есть салат. У меня здесь листья салата. Так, это что? Это не то. Огурчик чуть-чуть остался, помидорка, так, огурец, помидоры, листья у меня зелень. И у нас укроп, новогодний укроп, новогодний лук у нас. Короче, так вот, здесь вот у нас тоже все. Делаю обзор и сразу все сюда на подоконник убираю. Вот, и ягоды сюда на подоконник. Здесь у нас фрукты, зеленые бананы. Кстати, они прям были зеленые-зеленые. Я вспомнила, как я во время беременности прям обожала зеленые бананы. Я помню, как я шла от гинеколога и купила ну, один зеленый банан, одно зеленое яблоко. И что же еще? Что-то еще, по-моему, зеленое. У меня прям вообще такая тяга была нереальная. Прибежала скорее домой, их разрезала, положила в тарелочку. И сидела, ела, прям вообще кайфовала. Он там зеленый такой. Такой, не знаю, короче, я недавно пробовала этот зеленый банан. Такая гадость вообще. Но купила в Ашане, но я не знаю, может, они разные бывают. Этот я не стала пробовать, я боюсь. Его просто не съем. В итоге его не съела, отдала мужу. По-моему, муж там давился и ел. Вот, я думаю, как я во время беременности его ела, я не знаю. Так, у нас здесь еще, кстати, хурма лежит. Мы ее сюда положим. Вот, ну, киви. Так, у меня Дима сегодня мандарин уже ел. Банан ел. У него осталось хурма и киви. То есть у нас на завтрак какая-нибудь такая, какие-нибудь фрукты, на обед и на ужин. Вот у нас в обед был мандарин и банан. На завтрак яблоко у нас было на завтрак. А на ужин будет хурма и киви. А, еще ягоды, кстати. Вот. И хлеб у нас тут остается чуть-чуть. В этот раз, кстати, я в хлеб добавила, господи, как она называется-то, льняная мука, льняная. Блин, это такое слово сложное вообще. Там пробка. Смотрите, фонарики видны. Вот, столовую ложку добавила, у меня хлеб прям серый получился. Не знаю, короче, в следующий раз я буду готовить, наверное, буду добавлять чайную ложечку, совсем чуть-чуть. Просто мука оставалась, и там прям осталось, наверное, 2 столовые ложки, 1,5 или 2, ни туда, ни сюда. Я думаю, ну, добавлю, думаю, все, а там какая она серая. Мне хотелось белый хлеб, просто чуть-чуть с добавлинкой. А тут
Вот. И тут кашу вот мама купила нам. Вчера моя мама приносила геркулесу. Мы, кстати, покупали геркулесовую кашу в прозрачных пачках. Ну, что-то они вообще такие стали плохие. Вообще не, там, не знаю, какие-то козявки попадаются, ребенок давится. Это подавился у меня там несколько раз. Сначала думаю, что такое, потом попробовала. Приходит, теперь придется покупать такую в пачках. Дороже немножко. Кстати, тут смотрите, хлопья овсяные. Геркулес 500 грамм. А здесь... Так, не там. Здесь что? Хлопья овсяные тоже написано. А, быстрого приготовления. Подождите, а там что тогда написано у нас? Хлопья овсяные. А, здесь геркулес написано, хлопья овсяные. А здесь просто хлопья овсяные. Короче, блин, вроде так-то одинаково, да? И там хлопья овсяные. Только вот это вот геркулес, а это, а та не знаю. И тут, кстати, 500 грамм, а здесь 350. А пачки одинаковые. Ну, по весу они, кстати, похожи. Вот. И тут, кстати, хворост я не доела. Они такие жесткие, я их Женьке отдам. Не хочу их жевать. И тряпка моя любимая. Тут, кстати, Димины вон яблоки лежат. Я их убирала, потому что снимала обзор. Их убрала. Все, пойду сейчас будить Диму. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Теперь мы без Димочки будем. Димочка у нас, наверное, теперь будет отдельно. Попозже. Вот. Из-за того, что комментарии отключают у нас. Всем пока-пока.